Всем привет, друзья! Это ЦСКА Баскет Шоу, прямой эфир. И у нас особенный гость, как всегда, самый лучший, самый яркий, самый красивый, самый крутой ведущий матчей ЦСКА Макс Зисюк. Спасибо, Макс, привет. Дрожат руки, когда микрофон возьмешь в руки? Вообще не дрожат руки, наоборот. Чем больше зрителей, тем комфортнее работать. Я думаю, это знает любой ведущий, любой артист. Когда выходишь, если есть какой-то мандраж, то это первые секунды, а потом ты сливаешься с аудиторией, с нашими болельщиками. Это невероятное чувство. Мы были в Петербурге. Мы были так. В Петербурге на последней игре. У них так чудесно устроен стадион, что все болельщики могут находиться максимально близко к команде. И, конечно... Погоди, это же был плюс и для вас, потому что мы все смотрели трансляцию. Да. И вы были с командой. Вы были прямо за скамейкой. Я был сначала за скамейкой первые две четверти, потом я пошел в фан-сектор. Они не пропускают ни одной игры. Это очень здорово. Семья ЦСКА – это... Это великая история. Слушай, я думал, ты скажешь, я сначала был за скамейкой, а потом побежал отбирать микрофон ведущего, потому что, ну, я не могу, я должен мешать на штрафных, я должен кричать. Мой дар, Андрей Лопатин, ну как настрой, несколько слов, скажи, брат. Нормально. Андрей Лопатин. Немногословен, но точен. Как ты готовишься к такому матчу? Ты как вот засыпаешь перед ним. Так, завтра у меня 7-я игра финала серии Единой Лиги ВТБ. Ты знаешь, для ведущего... баскетбола и ЦСКА не заканчивается на площадке баскетбольной, да. Потому что после игры у нас состоится встреча с болельщиками, у нас будет большая автограф-сессия, будет, ну, фотографирование, соответственно. Конечно, вы тоже можете сфотографироваться с самим Максом. Да, с самим Максом. Да, кому я? Так я же с тобой не фотографируюсь, потому что вот мы в прямом эфире, я потом скриншот сделаю и себе выложу. Здорово, я что тогда я вот с Максимом стоял. И я тогда сделал. Вот видишь сам. Как, а им, конечно, болельщикам хочется к тебе прикоснуться. Человек, который 50% побед вообще приносит своим мнением. Мало ты как-то цифры. А потому что остальные статистика. гостевые матчи. Все, да, все, да, логично. Все нормально. Да. Бронзовый призер Олимпиады. Рекордсмен мира по плаванию брасом 200 метров, все правильно. Дважды чемпион Европы и дважды чемпион мира. Антон Чубков. Антон, здравствуйте или привет. На вы, на ты, как удобно? На ты. На ты, договорились. Да, с удовольствием. Скажи, какой раз ты на баскетболе? Я просто ответ знаю. Первый. Первый раз на баскетболе и сразу такой матч. Просто вау. Как ощущения? Ощущения на самом деле невероятные. Очень давно хотел попасть на баскетбол. Много раз клуб звал и на Евролигу, и на другие матчи. И из-за соревнований, из-за сборов никогда не получалось попасть. И сейчас счет серии 3-3, 7-я решающая игра, и я здесь на финале. Это восторг. Как настраиваться, когда все решается прямо здесь и сейчас? Ну, у каждого свои, да, там рецепты. Да. Расскажи подготовки, про свои. Подготовки к финалу. Хорошо поспать, выспаться, хорошо покушать, выйти и всех победить. Вот из этого всего у меня отлично получается только хорошо покушать. Но ведь есть же еще какие-то. Не может быть того, что ты поспал, поел, победил. Все сделано на тренировках. Вся подготовка проходит вне, да, игры или вне соревнований, да. То есть ты готовишься к определенному старту на тренировках, ты готов. Тебе осталось только это реализовать, и все. А как ты готовишься ментально, психологически? Волнуюсь, честно скажу, мы все люди, мы все переживаем, волнуемся перед стартом, но я привык это волнение воспринимать как, да, своего друга, своего партнера, вот, и оно мне помогает на каждой дистанции, на каждых соревнованиях. Было ли такое в целом при подготовке, что ты экономишь силы на предварительных заплывах, чтобы показать свой максимум? Ладно. Конечно, многих профессиональных спортсменов принято в предварительных заплывах выкладываться не на максимум, да, чтобы показать в финале всю свою силу. Но тут есть важный момент, что если полностью не выложишься предварительно, можно пролететь мимо полуфинала и финала, то есть тебя могут выбить другие конкуренты. Поэтому с утра приходится сдерживать себя, с одной стороны, но с другой стороны быть начеку. А вы сейчас с тренировок или откуда? У вас просто загар тачков. Я не могу на него не смотреть, мне очень интересно. Вы всегда так получается? Это не южный загар, это загар московский. От московского бассейна я тренируюсь в Московском олимпийском центре водного спорта. В открытом бассейне у меня отличные условия для тренировок. Как на юге, в принципе, вы сами это видите. Загар от очков, профессиональный загар пловца. Да, то есть всегда можно вас так узнать. Таксиста по левой руке загорелый, а пловцов по очкам. Ну, болельщик, ну, фанат. Ну, прям здесь Константин Анисимов, он вернулся к нам в студию. Вы сами играете в баскетбол? Периодически у меня травма. А когда не травмы? Вы же хороши. Вот как? Убираем травмы. Так. 178 сантиметров тяжело в баскетболе невысокому игроку? Очень тяжело. Потому что приходится примерно постоянно двигаться в районе, ну, так скажем, шорт у других баскетболистов. И из-за этого, ну, возможно, у нас другой тогда обзор. Мы по-другому можем отдавать передачи. О!
Команда пошла. Команда выходит, команда! Сколько раз вы были в каких-либо финалах? О, как вот как участник? Да. Да, наверное, раз, вот то, что сейчас помню, раз в пять, наверное, было. Сколько из них вы выиграли? Нет. А, один. Один я выиграл, да. Ну, неплохо, неплохо. Вы точно знаете, что такое победа в финале? Да, я точно знаю, что такое переживать. Тогда, как настоящий победитель финала, что вы скажете, участник финала, команде? Вот вы 5 финалов за спиной, вы в раздевалке, перед вами команда сидит, 7-й матч. Ребята, вы тренер. Да. Ребята, у меня было 5 финалов, 4 из них я проиграл. Ни разу не проигрывал, как Зидан, удаляясь с поля. Ни разу не проигрывал разгромно. Но не повторяйте моих ошибок. У нас в гостях был весельчак, главный болельщик ЦСКА сегодня здесь, прямо сейчас, Константин Анисимов. И помните, ЦСКА всегда будет первым.